Тимофей Максимович Максимов родился 9 июня 1917 года в деревне Зеленый Луг Вельского уезда. Окончив 7-летнюю школу, поступил в Вельское педучилище, которое окончил в 1938 году. Работал завучем и директором Сокаревской неполной средней школы. В 1935 году был признан в армию. Служил на Дальнем Востоке. С октября 1941 года воевал на Калининском и Первом Украинском фронтах. Был трижды ранен. Указом Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года старшему лейтенанту парторгу 17-й механизированной бригады Максимову было присвоено звание Героя Советского Союза за мужество, проявленное при форсировании реки Одер, захват и расширение плацдарма на западном берегу реки. Максимов возглавил десант автоматчиков на танках. Свой боевой путь закончил в Чехословакии. Помимо этого, награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны первой степени, Красной Звезды и медалями. После войны окончил военно-политическую академию имени Ленина и продолжал служить в армии.